Здравствуйте, наши дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Кирас Гюльдерен Гюллер из «Доверенное» впервые объявил, почему он покинул сериал. На этой неделе 25-летняя актриса Гюльдерен Гюллер была гостьей Саба ТВ. Говоря о своем любопытстве к своей жизни, Гюллер упомянул о поддержке своей матери, рассказывая о своей профессиональной карьере. Актриса, у которой был большой перерыв в сериале «Доверенная», также впервые объяснила, почему она ушла из сериала. Вот все подробности интервью Гюльдерена Гюллера. Когда для вас начался этот профессиональный путь? Когда вы решили стать актером? В какой-то момент, когда я искал, я начал с того, что сказал: давайте попробуем и посмотрим, что получится перед сдачей университетского экзамена. На самом деле я не начинал с чего-то, чтобы сделать как профессию. Мама хотела, чтобы я стала актрисой. Моя мама тоже хотела быть актрисой, но не стала. Это развивалось немного быстро, после собеседования на несколько вакансий оно стало одним. Мне повезло, все прошло хорошо. Затем он продолжил: у меня не очень захватывающая история. Я хочу почитать психологии, вы имели в виду до того, что я это читаю. Я занимаюсь той профессией. Много было уважаемый. Я хотел быть многим. Например, я хотел бы изучать психологию, я до сих пор читаю и провожу много исследований по психологии. Меня это очень интересует. И в наши дни может ли это иметь какое-то отношение к моде? Не думаю. Теперь, когда я выступаю как профессия, теперь они у меня есть в моей жизни как хобби. Я сдался. Ваш путь по экрану начался с телесериала «Любовь и синева». Как прошла ваша первая телевизионная история? Было время, когда я сдался. Я переговорил с другой работой, репетиции были проведены, все шло очень хорошо. Это произошло не сразу, из-за разных факторов. Я был так оскорблен, что сказал: думаю, этого не произойдет. Моя мама забирала меня и водила на собеседование и все такое. Потом была «Любовь и синий». Пошли, решительно сказала мама. Мы поехали, дело сделано. Новость пришла очень быстро, я поспешил из города. Это будет первый раз, когда я разлучен со своей семьей, я буду делать эту работу впервые. Я ничего не знаю. Для меня это был несколько сложный процесс. Тогда есть «Вставай, пошли». Не могли бы вы немного рассказать и об этом? Тоже. Это была незавершенная работа. Я пошел, это сделано. Актерство для меня — это не любовь. Ваша любовь к актерскому мастерству исходит не из детства, но это была карьера, которую вы открыли для себя немного поздно, и вы не хотели отказываться от нее. Верно? Я до сих пор не питаюсь любовными отношениями, но и другой работой заниматься не хочу я. Счастливо!